Свыше 700 алматинцев приняли участие в любительском велопробеге на минувших выходных. Цель масштабного спортивного мероприятия – пропаганда здорового образа жизни. Организаторами выступили представители посольства Нидерландов в Казахстане. Инициаторы акции также призвали горожан к активному использованию двухколесного экологичного транспорта. Но по итогам состязания участники сыграли в лотерею. Главным призом стал профессиональный голландский велосипед и другие не менее ценные подарки. Начало очень сложно было, потому что я не разбирался. Высота сидения, и все двигалось. А потом в ходе 15 километров я привык уже. И в конце я заметил, что я даже успел быстрее ездить, чем других участников на самых профессиональных великах.